4:30 на рассвете. А кто в Вильнюсе? Мы. А мы в Вильнюсе. У нас 4:30 утра, приехали по расписанию. Взяли с парк, едем в общежитие. Сонные, замученные, конечно. Хочется спать. Да, сейчас приедем, будем спать. Ой, что-то совершенно ничего не видно. Мы уже приехали в общежитие. Нам позвонил охранник. Он сказал, что он на обходе в другом общежитии. Сейчас закончит обход, придет и выдаст нам ключи. А я тем временем поставил машину на парковочку и иду в общежитие. Будем ждать охранника. Даша? Привет. Привет. Это у нас бардак, а мы кушать готовим. Вот, сука, вещей. Есть двух комнат. Ой, и одни вещи приехали, одни вещи из моей комнаты. Ужас, короче говоря. У нас уже вечер, в общем. Сегодня очень сильно устали. 4:30 утра уже были в Вильнюсе, приехали к 5 утра в общежитие. А, я же не рассказал. К 5 утра приехали в общежитие, и нам не удалось получить сразу ключи от своей комнаты. Поэтому нам помогли и дали ключи от другой комнаты, чтобы мы хотя бы чуть-чуть отдохнули. И вот мы с 5 до 8 утра отдохнули, поспали. В 8 утра пришел получать ключи от своей комнаты. За меня это заняло буквально 5 минут. Дали ключи, написали, что можно взять постельное. Мы заселились, сразу взяли постельное и отдыхали. Потом другую половину дня мы походили по магазинам и пришли складывать вещи. Как вы видели в предыдущем ролике, вещей было много, потому что, как вы помните, в предыдущих влогах я оставлял вещи в другой комнате. Я их все перенес. Ой. Сейчас комнату показывать не буду. Мы уже доскладали вещи. Практически, можно сказать, 95% уже сложили вещей. Завтра все уже упакуем до конца. И я сделаю такой мини-обзор комнатки. Ой. И, впрочем, все на сегодня. Такой краткий обзор дня. Ой. Спасибо за просмотр. Всем сладких снов. Итак, хотел же я купить экшн-камеру себе. И вот, наконец-то, нашел в продаже Osmo Action. Поэтому быстренько лечу в магазинчик покупать новую камеру. Машину не купили, значит, едем на автобусе и садимся где-то в конце, где есть... А, где здесь нету? А, вот. Минутная зарядка. Вот здесь переходничок для Osmo Pocket как раз под микрофон. 39 евро стоит. Дороговато, конечно, но пока без него. Может, когда-то в следующий раз. И вот Mavic 2 Pro. Конечно, мечта. Хочу такой. 1500 евро стоит. Ну,
скоро вот будем работать для того, чтобы купить. И, конечно же, в дальнейшем купим вот такой вот charging кейс для 8 Pocket. Он нужен. Ну, а сейчас жду купить свою 8 Action. За окном у нас такой вот замечательный, можно сказать, закат. Конечно, его плохо видно. Здесь у нас куча всего для камеры. Здесь, собственно, наша новая камера, которую мы сейчас и будем распаковывать. Так, сейчас я все приготовлю. Итак, собственно, купили мы сегодня DJI Osmo Action. Почему вспомнил Sony? До этого же была Sony X3000 у меня. Я ее продал, купил DJI Osmo Pocket. И сейчас уже добрались до DJI Osmo Action. Принципиально не покупал GoPro, потому что по всем отзывам и сравнением мне не понравилась стабилизация 7 GoPro. Ну, эта камера тоже имеет свои минусы, но об этом мы будем позже показывать на примерах. Так, что же у нас здесь есть? Это нам не надо. Так, как же оно открывается? Ага. Ого, красиво. Так, здесь у нас есть сама камера в кейсе защитном уже. Крепления будут от GoPro подходить, это хорошо. Так, как же она открывается? О. Та-дам, момент истины. Достаем саму камеру. А, стоп, я что-то не так делаю. А, первый раз. Плотно сидит, конечно. Та-дам. Вот, в принципе, такая камера. Сейчас покажу ближе ее. Вся в пленочках. Сейчас будем ставить батарейку и тестировать. Что здесь у нас? А, здесь флешка и зарядка. Так. Что у нас еще есть в коробке? Так, в коробке у нас есть еще одна коробка. И больше ничего. Так, открываем коробку в коробке. И у нас... Так. Это какое-то крепление. Раз. Крепление два. А, вот. Это они, сменные какие-то крепления. Стоп. Да, все правильно. Это два сменных крепления. Они приклеиваются. Можно куда-то приклеить. Возможно, они найдут свое применение на будущем автомобиле, которого еще нет. Ну, у нас всегда вещи все закуплены. Так, а это еще один кейс. Ага, и в этом кейсе у нас прям батареечка. Батареечка. Так, ну, сейчас достанем еще флешку. У нас есть флешечка. И будем все пробовать. Здесь у нас еще бумажки какие-то. Бумажки, инструкции, неинтересно. Ах, да, и еще... купил к этой камере сразу DJI Care Refresh на один год, поэтому можно не бояться ее разбить. Это я веду к тому, что будет она снимать в самых экстремальных условиях, везде, где можно. Так, ну, впрочем, такая вот камера. Сейчас все поснимаю и покажу, как она снимает.